Итак, результаты обстрела Российской Федерации по нашему собору. Следующее. Вот сюда попала ракета. Пробила там два этажа. У нас минус два этажа. Здесь кивот Каспийской иконы Божьей Матери. Икона осталась. Половина здания там осела полностью. Купол кажется цел. И мы, может быть, даже и сохраним собор. Ротонда центральная улетела. Все внутри в хлам. Левый предел улетел. Вот, частица ракеты. Там Иверская целая, слава богу. Все окна, вся крыша. Все, что можно, все улетело. Иконочки наши посохраняли, слава богу. Кто были Святого Николая, Варвары, Спиридона, Пантелеймона. Тут был пожар, и мы доставали их. Хлопцы, слава богу, помогли. То есть вся крыша, все, крыши нет. Все это надо снимать. И со скоростью света хотя бы накрыть парабарьером каким-то, потому что первый дождь, нам хана. Посмотрите, вот это здесь взрывная волна пошла туда и загорелась стену. Давай, Виталий. Ага. Надену каску, потому что, не дай бог, сверху такие липохи висят, что попадет, будет беда. Вот отсюда, видите, взрывная волна пошла и снесла все на своем пути. Тут дарование разума, потом был пожар, горел, я снимал ее в прямом эфире, так потом сделаю какой-то выпуск, наверное. У меня просто, ребята, я у меня во рту нет воды. Я такого стресса еще не получал в своей жизни. Колонны целые, даст бог, но взрывная волна, конечно, просто ужас. Просто ужас. Внизу все двери, все повылетало. На минус втором этаже это минус 6 метров под землей. Все. Что-то осталось, какая-то часть. Матерь Божия Казанская. Отец Мирослав когда-то подарил эту икону в собор. Теперь она вот. Целая. Целая. О, Бог. Ставь в рот, спасибо. Сейчас. Я что могу сказать? Очень. Это горе, настоящее горе. Наш владыка столько вложил сюда, столько одесситов участвовало, тысячи предприятий, людей, столько мы вымаливали, столько мы трудились, расписывали, служили тут. Вчера вот служили крайнюю службу, все ночные бдения. Даже в душе ничего не подсказывало, что может кое-что случиться. Беда, беда полная. Но Господь дает нам испытания, дает нам все. Значит, даст силы и пережить это все горе.